как, друзья, смотрите. Бывает распространенная ошибка, когда вы во время ударов проваливаетесь. Особенно часто бывает заметно на мешке. Поэтому я сейчас покажу такое упражнение на мешке, которое позволит вам не проваливаться и на мешке, и в бою. Мы работаем сначала по мешку, попадаем в цель. Например, вот. После этого мы кидаем какую-то серию, вторым ударом не попадая по поверхности. То есть, например, вот я пробиваю. Ставлю руку на цель, соответственно, у меня есть точка попадания, я на нее могу опереться. А второй серии я пробиваю и, например, правым апперкотом я бью мимо цели заведомо, но скорость я при этом не уменьшаю. Могу пробить то же самое правой прямой, но без постановки на мешок. По-разному ставлю руку. Когда я ставлю на мешок, соответственно, ловлю точку равновесия здесь. Когда я пробиваю просто по воздуху. Такое упражнение вам позволит не проваливаться во время акцентированных ударов в бою.